Здравствуйте, представляем ПВК на 250 литров рабочего, то есть с нижним люком загруженным, с большим, 452 смотровых стекла, мешалка вынимается на клампе, 2 смотровых стекла, сверху стоит под моющую головку и для подачи. Пульт управления, то есть включаем сетевую кнопку, котел у нас пароводяной, то есть сюда подается, сюда выходит. Либо проточный нагрев, либо охлаждение. Сзади стоит группа безопасности, вакуумно-аварийный клапан, на экранике уровня. То есть два крана, 4 блока по 5 кВт. То есть краники уровня, двух парогенераторов. То есть включили сетевую. Выключаем либо 5, либо 10, либо 20. Либо можно выборочно исключать. Если не будет воды, загорится красная лампочка аварии, по температуре загорится верхний уровень. То есть задаем температуру, здесь показания меняем. Мешалка работает в ручном режиме. Регулируется либо быстрее, либо медленнее. В одну сторону, либо в другую. И также предусмотрен автореверс. То есть автореверс включили, 15 секунд отработает в одну сторону, перевернет, будет работать в другую сторону 15 секунд. Ну, предусмотрено, потом сито будет ставиться на дно. Сейчас отработает 15 секунд, переключится, будет работать в другую сторону. Все, переключилось, работает в другую сторону. Все, ПВК готово к работе.